Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И сегодня у нас последний день до завершения лиги и, соответственно, недели. Так, сразиться в 10 боях, сразиться в 3 боях и выполнить все ежедневные задания. Ну что ж, давайте с вами искать уже тогда ДНК. И начнем мы, наверное, с вами с Хана. Хотя, подожди, у нас, по-моему, кто-то есть получше, да? Точнее, побольше у него есть ДНК. Вот, Ксевер Монтес. Ну что же, надеюсь, нам сегодня улыбнется удача. Мы проапаем еще одного персонажа. Хотелось бы в это верить. Так, одно ДНК есть, а нужно там 3 штуки. Так, второе ДНК нашли. И еще буквально одна попыточка. Так, давай, Ксевер, не жмись. Да, ребята, нам выпадает Ксевер. Так, ну там нужно, по-моему, 10 тысяч мутагена. Или подожди, здесь, наверное, меньше, потому что тут у нас всего лишь 4-я серебряная звезда. Так, давай посмотрим. 5000 мутагенов. У нас как раз, ребята, есть определенная сумма, поэтому давайте. Ну вот, вот он, ребята, красавец. Он получает новую способность. То есть это пассивка у нас идет, да? Ксевер прибегает к уличной хитрости. В начале хода увеличивает вероятность критического удара на 20%, если запас ХП меньше 20%. Слушай, ну это рискованный, конечно, ход, но тем не менее, ребята, это пассивка, так что я не против, как говорится, хоть что-то, чем ничего. Так, и мы с вами, да, подожди-ка, тут забираем ревард, и нам нужно еще поискать, надо еще, ребят, найти ДНК, и можно, в принципе, приступить к Хану. Или же давай-ка посмотрим, подожди, у нас Хан, также у нас есть Мондагека, и также можно продолжить на Ксевера искать, да? Ну, я скорее... А, погоди, у нас же еще, ребята, Кейси Джонс есть. Да, он тоже около того, чтобы его пропать. Но у нас всего лишь одна попытка, то есть 3 попытки найти. И, как видите, нам ни шиша не дают. Вот, из 3 попыток всего лишь одна удачно проскочила. То есть мы с вами будем его искать до посинения, до потери пульса. Мы, скорее всего, быстрее с вами пропаем Хана и остальных, чем того же самого Кейси. Ладно, еще одну ДНК на Хана нам выпадает. Так, у нас с вами сколько? Так, 44 пиццы еще есть, поэтому давайте, ребята, искать. Чем больше ДНК мы с вами найдем, тем меньше нам придется искать уже в следующих сериях. Смотрите, как неплохо у нас идет. А, все, все, закончилась пицца, к сожалению. Ну что же, мы с вами отправляемся на лигу. Нам надо сегодня подняться в лигу Сёгунов 3 звезды по любасику. Не знаю, скинули меня или нет. Пицца здесь разыгрывается. Кстати, пиццу тоже, ребята, надо будет побомбить. Но это чуть-чуть попозже. В данный момент нам не до пиццы. Нам нужно с вами идти на лигу и пробиваться в сёгуны. Так, 21-я позиция у меня. Слушай, ну это круто. Значит, мы сегодня с вами точно туда попадем. И начинается у нас 60-й уровень. Я возьму эту команду, потому что Федор, во-первых, а во-вторых, у него есть одна серебряная карточка. Серебряный герой — это Ванька-стиранка, который, конечно же, будет сейчас получать у нас плюшки. Ну что же, ребята, давайте я возьму, наверное, здесь Хана, возьму Тигра. И чтобы не рисковать всем этим делом, я возьму Железную Голову вместе с Рахзаром. Потому что я не имею права здесь сфейлиться. Каждая попытка на счету, поэтому, ребят, будем вот так вот делать. Ну что же, естественно, начинаем. Подожди, я думал, что мы начинаем первыми, но тут почему-то Микеланджело уклонение еще поставил, а? Ты посмотри, станцевал свой брейк-танец, а? А ну-ка, давай-ка, вертушка, надеюсь, прокатит. Ух, ребята, отлично прокатила вертушечка, как видите, мы подбили. Так, хорош, Микеланджело, успокойся. Так, давай-ка мы понизим защиту им. Смачно. Так, и Тигр, я думаю, что добьет их всех. Должен добить. Ну, не всех, двоих так точно он убрал. И да, давай бомбанем под Полтавой, так уж и быть. Все, ребятули. Оу, все, нифига себе, ребята, я вперед, батик-то, побежал. А оказывается, у нас там Ванька-стиранка как-то умудрился выжить. Ну, правильно, он у нас с гранатометом. Поэтому и гранатометный выстрел от Железной Головы ему, как говорится, пофиг было на это все. Ну что же, мы с вами перемещаемся на 13-ю позицию. И у нас с вами очередной бой. 5 откатов, не забываем, у меня. И смотрите, ребята, я только что дрался с 60-ми уровнем, да? И мне дают Эндрю и 54-й уровень. Ладно, я не против, мне только выгоднее, ребят. Чем меньше нам дадут уровней, ну, персонажей с уровнем маленьким, тем больше я персонажей своих смогу реализовать. Давай сделаем так, возьмем, наверное, еще Шреддера. И для полной красоты картины я возьму, скорее всего,
Бакстера Стокмана в киберкостюме. Я думаю, что здесь мы должны с вами победить. Если, не дай боже, мы опростоволосимся, все, ребята, будет здесь очень больно. Потому что разборка пойдет неминуемая. Так, мы, по крайней мере, Бибоп... Да ладно, успокойся, ну что ты делаешь, а? Стокман, муха, так, я не знаю. Ну давай попробуем суперудар от Шреддера. И придется, наверное... Тихо, тихо, кого он сейчас хочет на... Ай-яй-яй, по мухе. Так, усиливает атаку. Еще и скорость при этом, ребят, я не знаю. Ну давай попробуем маузерами бомбануть. Упадут? Упали, остается только один. Слушай, я не буду, наверное, тратить. Давай попробуем телекинезом. Пробьем или нет, как думаете? Ну, по крайней мере, заблокировали. И Леонардо, конечно же, уже тут пробьет, естественно, ребят. Отлично, на 3355 у него была атака. То есть, атака просто идеальная. Никто бы не смог устоять. Ну что же, 1130 мутагена мы с вами зарабатываем. Соответственно, мы попадаем в Сёгун на 3 звезды. И теперь сотое место. Теперь нам нужно здесь, ребята, укрепиться. И укрепиться желательно бы хорошо. Так, давай-ка возьмем, наверное, мы с вами... Давай-ка с Евгением подеремся. Да, Женька, придется с тобой. Ну что же, возьмем вот этих орлов. И, скорее всего, надо будет еще кого-то взять. Можно, в принципе, взять Зека. Да, я возьму Зека, ребята. А потом у нас там кто? Да еще, в принципе, один бой будет всего лишь доступен. Здесь мы бросаем бомбочку от Зека. Соответственно, Леонардо делает свою вертушку. Тихо, Микеланджело. Вот все время, что тот, что этот, они почему-то, ребята, по инициативе очень хорошо выигрывают. И начинают ходить, если не первыми, то обязательно вторыми. Так, и Донателло, оказывается, здесь выжил. А, ну, корочка, навряд ли пробьет, конечно. Да, слабовато она. Шар, в кого? В кого он попадет? Отлично, в Лео. Представляешь, сколько он отнял, ребят, здоровья у него с одного шара. То есть, если бы он попал бы в кого-нибудь слабенького, он бы мог его уронить. Это, например, Карайка или Змейка Вьюн. Так, ну что же, мы с вами продвигаемся дальше. Какая позиция? Мне больше интересует, на каком мы с вами месте сейчас будем. И место у нас 89-е. Хорошо, мне нужно еще, ребята, сделать небольшой задельчик для будущего. Потому что потом работа, я, соответственно, поиграть не смогу. Буду смотреть только лишь и пожинать лавры. Но это в дальнейшем. Так, возьмем Леонардо, возьмем Криса. Хотя Криса можно и не брать здесь, я думаю. Без Криса обойдемся. Вот так вот. И слушай, давай, наверное, мы уберем уберем Паукуса и возьмем, наверное, вот так. Но если что-то пойдет не по-нашему, ой, ребята, будет очень больно. Я надеюсь, что Леонардо вместе с Ванькой Стиранко все-таки здесь устроит бучу. Хотелось бы мне в это верить. Но что ты, что... А, уклонение, да? Он делает, ребята, уклонение, так ведь? Точно, уклонение плюс критическую атаку повысил. Ого, так, ладно. Ох ты, ты посмотри. На Микеланджело прям вообще, ребята, он как в рубашке родился, ничего на него не повлияло. Еще и контратаку повесили! Так, ну контратака только у Рафаэля. Да что ты будешь делать? Ты посмотри. Эй! Да может завяз... Да. Да, ребята, фигня полнейшая получилась. Сфейлил попытку. Надеялся на Ваньку. И, как видите, ничего к хорошему это не привело. Господи, елки-палки, а. Ну, сможем хотя бы Криса-то забомбить. Кунаичи. Смогли. Так, делает отхил у нас Микеланджело. Да во всем он виноват, в принципе, ребята. Во всем виноват Микеланджело. Я даже не знаю, кого тут начать. Ну давай попробуем Рафаэля наказать. Хотя я почему-то сомневаюсь, что получится. Контратака у него еще, да, висит. Плюс уворот. А он мне и постепенный урон, ребята, на мне. И атака понижена. И Кунаичи-то мне сейчас тут разберут. Да-да-да, именно ее разберут, ребята. Ой, что же делать-то? Давай попробуем пробить. Получится, нет? Нет, не вышло. Кунаичи потерял. Ну, Леонардо здесь, по-моему, только один выживет у нас. О, ребята, вообще, вообще жесть. Просто жесть. Вот из-за этого охламона я сфейлил попытку. Представляешь, вот из-за вот этого вот. Да. Ну давай, давай, давай. Уж начинает тут разбирать.
разбор полетов. Я, ребята, захиляюсь. Я все равно их накажу. Все равно накажу. У них рано или поздно закончится уворотливость, закончится защита и все тому подобное. Да-да-да, конечно, конечно. Двойная атака, что ли, у него? Да, ребята, у него двойная атака. Бомбим далее. Мимо! Мы промахнулись. Массовая атака, да? Или нет? Нет, ребята, не массовая атака. Ну, давай вертушку попробуем. Получится? Получилось. Вот с вертушки, главное, он упал сразу же. А с обычного пробивного удара почему-то нет. Почему это, я не знаю, ребята. Не могу это объяснить вам. Ну, давай, Ванек. Кастетом пробил. Он выживет, Ванька. Но меня это мало радует, потому что мы с вами, во-первых, сфейлили попытку. Во-вторых, мы с вами очень мало получим опыта. Соответственно, поднимемся очень немножечко. Может быть, даже на одну ступеньку, может, на две. У нас какая там? 89-я. Смотрим, ребят. Ну... 87-я. На две ступеньки, ребят, поднялись. Вот о чем и речь. Я просто не думал, что этот Микеланджело так мне, как говорится, подсолит. Ладно, я поехал. Давайте вот этих вот возьмем. Возьмем, ребят, вот этих вот орлов. И тут я, наверное, возьму все-таки зэка. Зэк мне здесь больше пригодится. Ну, вот эта команда должна, в принципе, здесь справиться. Без сучка и задоринки. Поехали. Будем бросать бомбочку, потом вставать в провокацию Рафаэлем. Ну и, в принципе, все. Там они уже больше ничего не смогут сделать. Ага. Караечка еще нам поможет здесь. Так. Хо-хо-хо. Что же нам сделать-то? Что? Давай я поставлю все-таки защиту дополнительную на себя. И вот она, ребят, провокация от Рафаэля. Все, теперь мы как у короля за пазухи, нам никто и ничто не сделает больше. Нет, массовые атаки, конечно, будут. Я больше чем уверен сейчас... Что он делает? Ага, не тут-то было, парень. Так, опять же... А, нет, это не массовая, ребята, атака. Это обычная. Но неудачно. Так, делает контратаку. Ни на кого не повесилось, поэтому, ребята, бомбим. Начну со Стокмана. Я не хочу, чтобы он выпускал волну или маузеров. Дальше мы с вами, наверное, вот этих маузеров будем бомбить. Нет, мы даже их не заморозили. Тогда пробивным. Шикарно. Теперь давай, наверное, Криса шибанем. И остается лишь только Донателло. Я думаю, что Паукус справится. Да, он справляется, отлично, ребят. Ну, 70-я, я надеюсь, позиция у нас все-таки сейчас будет. Хотелось бы мне в это верить. Ну-ка, проверим. 70-я или 76-я. Да, еще, конечно, не совсем хорошо. Но я думаю, вечером еще один разочек я, ребят, сыграю. Чтобы уже хорошенечко, так сказать, укрепиться, да, на этих позициях. И все, и можно будет смело работать. Не боясь о том, что меня там скинут. Так, а что мы сегодня... Так, давай-ка мы здесь обменяем. Что еще нам можно сделать? Я даже, ребят, не представляю. Пиццу понабивать. Ну, давайте я набью пиццу. Потом это все вырежу. Так, ну что же, я набил себе всю пиццу, которую только можно. В данный момент у меня их 128 штук. И я хочу, знаете, где потратить? Да-да, именно на рулетке. Я хочу отправиться на рулетку и попробовать что-нибудь, ребята, эдакое достать. Поехали. Так. Стоп. Стоп, машина. Кто нам достанется? Ну нет, это специально, а, дают Кейси одну. Ладно, давай еще крутанем. Еще два раза, ребята, мы сможем с вами крутануть рулеточку. И только не одна... Давай! Нет, вот почему-то не стало перематывать, а? Вот специально не стало перематывать. Ладно, поехали, крутанем, ребята, сейчас, ну... ну хотя бы Рокстеди, две штучки. Ладно, ребят, ну, соответственно, никого мы с вами здесь пропать не сможем. Потому что, ну, мало. Так, а если... Если нам посмотреть, ребята... Так, сколько пиццы-то, я даже не заметил... Кого-нибудь поискать. Пока есть такая возможность. Может быть, Мондагека, а? Можно, кстати, и Джастина поискать. Так, ну, Кейси мы искали с вами. Это понятное дело. Так, здесь 4 ДНК не хватает. Чтобы у нас Леонардо Ролевой получил третью звезду серебряную. Но это все впереди. Все это скоро будет, ребят. Вот этот вот Микеланджело бы, конечно, тоже бы. Хотелось бы, чтобы у него было 4 звезды золотые. Ну ладно, давай тогда мы с вами не Джастина все-таки будем искать, а скорее всего... Где ты у нас, я не могу понять. Че, я его промотал, что ли? Вот, Мондагека. А, я не могу, ребята, Мондагека. Но он хочет проапаться, но... А Джастин? Джастин то же самое, да? И Джастин также.
Вот это засада. А что ж тогда получается у нас? Кирби максимально. Это все максимальный у нас. Хана мы искали. Это все мы искали. Так, а тут как? Давай вот здесь поищем, ребят. Так, Биба у нас нашлось. Одно ДНК на него. Только одно, и все, больше ничего не будет. Да, сказали, тебе и одного достаточно. Губишки тут раскатил. Кстати, у меня сколько, ребята? $500, по-моему, там есть, да? Да, есть, и я хочу себе купить. Здесь нет смысла никого приобретать. За $500 мне нужно приобрести телепорты. Так, где они? Вот они, 100 штук. Покупаю. Все, замечательно. Так, у нас с вами еще есть сыр, так ведь? Давай-ка мы зайдем с вами в испытание. Здесь я хочу попробовать, ребята, что-нибудь эдакое вытянуть. О, тигриный коготь. Я его вчера искал, так он мне и не выпал. А сегодня, видите, две ДНК на него выпало. Так, журналы всякие, мурзилки тут выпадают. Золотые осколки, которые мне нафиг не нужны. Вот серьезно, вам говорю, серебряные тоже. Чему они мне? Ну хорош, ну серьезно, давай Шреддера мне. Вот, три ДНК на Шреддера выпало. Ну что, тогда давай вот здесь, наверное, попробуем. Может быть, нам выпадет. О, неплохо. Очень неплохо. Так, палочки для еды. Еще, ребята, можем разочек. Комикс истории черепашек. Зачем они мне? Сколько там? 5 энергии, да? Точнее, 5 сыра. Ну, давай попробуем, может быть, где-то здесь что-нибудь найти. Так, 5. Вот здесь мы можем с вами что-нибудь отыскать. А что нам нужно? У нас все по фулке здесь прокачаны. Ну, ладно, фиг с ним. Давайте потратим хотя бы 3 серебряных осколочка. Выпало нам. Да, ребята, все. Больше ничего мы здесь с вами сделать не сможем. Жалко, что вот нельзя, ребята, еще разочек, например, пройти и также выбить, например, те же самые ДНК. Да? Мне бы, например, это очень хорошо бы помогло. Если бы я вот выбил бы еще бы, вот, например, парочку ДНК. 3 штучки. Но нет же, не пройти, ребята, мне на 3 звезды, к сожалению. Слабоват я еще. Ну что, вроде бы и все, дорогие мои друзья. Буду заканчивать. Короткий, конечно, получился выпуск, но моя цель сегодняшняя была как можно дальше зайти в лиги. Укрепить, так сказать, свои позиции. Так, погоди-ка. Оу, погоди-ка секунду. Мы можем, ребят, смотрите-ка, пропать навык. А, вот он, да? Костюм Бакстона. Давай улучшим, конечно же. Я не против. Пускай будет улучшение. И все, больше я ничего не могу. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.